Северсталь забрасывает третью. Николай Тимашов. Отличный перформанс сегодня в его исполнении. Сначала передача. Я сейчас сам стрельну. И опять позиционная атака. Это бросок Евсеева, это гол! Это гол, Акбар сравнивает счет. Евсеев несколько раз очень удачно в сегодняшней встрече подключался к атаке и бросал сходу, и в этот раз... Вся первая бригада, вот они и сейчас на площадке, то есть мертвые. Вот сейчас бросок, и вот он, гол в большинстве. Выигранное вбрасывание, передача вдоль синей, бросок поворотом, и в ближний угол шайба влетает. Седников, это 3-0. По сути, Витязь втроем остался, пока Зинченко там застрял. А Седников в этот момент уже здесь пробивает Максима Дорожко. Готовит плацдарм для атаки. Ну и Акбар с такой выжидательной позиции. Бросок, гол! Мухамадулин пробивает Бифтахова фактически насквозь. Бросок Мухамадулина в касание. С левым хватом здесь было удобно. Перевод через центр проходит. Замах, бросок. Гол 1-0. Автомобилист выходит вперед. Денис Баранцев. Бросок Баранцева. Бросок с более дальней дистанции оказался результатив. Ну, вот здесь ехали. Вот Голдобин. Ух ты! Бросок и гол! Николай Голдобин реализует большинство. Очень точная передача. И Голдобин как приложился там, как дал под перекладину. Репушев понимает, что, наверное, дважды в одну воронку не попадет, а вот Диц попадет. Да еще как 2-0 Даррен Диц. Классная шайба Даррена Дитса, идеальное попадание. Здесь Журосик не видел шайбу, прям было видно даже по его реакции. Опять Пальгин выманивает на себя игрока Северстали. И еще раз Пальгин бросает, и 1-0. И 1-0 мощным броском. Вот когда надо, тогда надо. Получается у Зията Пальгина. Ну, вот так вот, замах из-за ушей. И дальше хлестка. Работает Зият Пальгин. Нельзя сказать, что Амур в равных составах выглядит плохо. И вот она шайба. Терещенко мощно стреляет от левого борта и попадает в дальний угол. Очень важные шайбы и нужные для Амура. Вообще у Терещенко очень сильный бросок. Он, может быть, не всегда точный, но если попадает, вратарям не позавидуешь.